Короче, буду сам коптить. Коптильня из старого сухожарового шкафа. Пит. Он на нагрев. Сверху. Вообще не сверху, а снизу. Вентиляция. Вентиляция. Вот. Вот такая камера. В принципе, мне достаточно. Здесь отверстие, чтобы сушить продукт. Вот. Сюда же буду подавать дым. Вот. Есть идея сбоку делать вход для дыма. Сейчас вот тестируем, греем. Так это все тут у нас выглядит. Вот. Вот отсюда вентилятор стоит. Сейчас покажу, как он работает. Отдельно кнопочка. Погнал. Оттуда вытягивать. Ну, думаю, мне хватит объема. Сейчас тут идет нагрев. Поэтому пока вентилятор выключаю. Вот такая штука. Ну что, все настроено. Значит, поддончик из фольги. Это конвекция. Шкафчики. Насос. Типа аквариумного, но это чуть помощнее. Дымогенератор. Тут решеточка. Тут поджиг. Для слива конденсата. Вредных веществ. Сюда идет дым. Дуем. Заходит. Здесь будут опилки. Сейчас мы укладываем, ставим на просушку. Сушить буду где-то в течение суток, чуть поменьше, может, полтора суток. При 19 градусах, постоянной конвекции. Так что будет нормально. В общем, вот так вот все получилось. Разложил, чтобы были немножко не сильно соприкасались. Вот тут немножко плотнее получилось. Но это не на продажу, для себя. Поэтому, конечно, сюда бы еще один слой сетки, но такой больше пока нету. Может быть, сейчас на подвесах сделаю что-то. 2-3 кусочка, чтобы объем заполнить. Ну, в общем, поехали. В принципе, включаем конвекцию. Включаем температуру нагрев. Будет держать 20. Сейчас 14 уберем до 20 и будет держать. Закрываем. Оставляем открытым просушку. Тут, кстати, написано. Для просушки пробку держать открытой. Конвекция на протяжении всего процесса. В общем, буду показывать в процессе, что это как. Сутки будет сушиться, полтора суток, наверное. А дальше видно будет. Ну, влажно еще, блядь. Короче, я впиздил ему 80. Закрыл. Догонит. Сварю. Потом буду сушить. Отработала у нас коптильня. Сейчас посмотрим, что у нас. Это уже проветрено. Ну, вот такой результат. Вот такой, ну, красивый получился. Вот такие кусочки. Сейчас мы их сложим. Оно у нас еще полежит. Работает. 3 часа сушки было, кстати. Потом варка была при 80, полтора часа. Потом при 60 градусах было копчение.
Вот столько гадости вот набралось. Вот банка. Вот столько гадости набралось за время копчения. Копчение длилось 2,5 часа. Работает аппарат. Сейчас мы возьмем какой-нибудь кусочек с вами. Разрежем. Посмотрим, попробуем. Одной рукой неудобно. Сейчас. Хорошо прокоптилось. Вообще сало полежать надо 4 дня еще, попроветриваться, повисеть. Вот. Сало на 4-й день вкуснее, чем сало на 2-й день. Это из собственного опыта. Поэтому еще подсохнуть должно немножко, влага должна еще уйти. Тогда будет совсем хорошо. Ну, в общем, вот так вот. На вкус получилось малосольное. Я много соли не люблю. Мне как бы не заходит много соли. Мясо, конечно, чуть-чуть посоленее, которое вот вверху местами прослоечка. Ну, в общем, хорошо. И копчение получилось тоже хорошее. Так что делайте свои коптильни, коптите для себя так, как вам нравится. А мы будем кушать вот такой теперь.